усвідомлюючи свою високу відповідальність. Усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Вірно служити українському народові. Дотримуватись Конституції та законів України. Дотримуватись Конституції та законів України. Втілювати їх у життя. Втілювати їх у життя. Поважати та охороняти. Поважати та охороняти. Права і свободи людини. Права і свободи людини. Честь держави. Честь держави. Згідністю нести високе звання. Згідністю нести високе звання. Поліцейство. Патрульна поліція, де там було? А? Ви бачите, що ви зупинились з порушенням правил? Ні, я зупинявся, я говорив, включив. Я редуктор, я вже не знаю, глохніть, блядь, що ділять, блядь. Ну так у вас працює, я бачу. А ви підібрали пасажира тому? А? І то, тому ви якраз вирішили підібрати пасажира, правильно я зрозумів? А ну як пасажира? За кого стояв? Предъявить ваше посвящение водителя, я должен убрать транспортные записи. Ребята, за кого я стоял? Ой, блин. Нет, не ручки не займёт, ребята. Ви сказали, на кому стояв просто. Ну ви сказали, спочатку сказали, ручник замерз. Сів автомобіль. Сів знакомий в автомобіль. Ви ж підібрали пасажира. Я не підбирав, він погрітися сів. Я зразу. Ладно, пред'явіть посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. Ой, блін. Це тут так. Зараз. Та вибілась. Да так що ви трогаєте, блін, тут я не знаю, значить так буде намагатися. Аварійку включив, аварійки, я стою, блін. Ну що? Ну що? Пасажирам на аварійки можна підбирати. Та не підбираю. Слышиш, виходи. Погрелся, виходи. Я взагалі не підбираю. І свідоцтво про реєстрацію. За лампочку рубин, да, выказывали, блин. Свет не горел тоже, когда махались, блин. Домахались? Да. Ну, зрозуміло. Это были не мы, но... Ну, мы зрозуміли вашу, позицию. Свелся про регистрацию. А сейчас, блин, руки отмерз, ну сейчас. Так вот, 8-4. Машин не могу. Обратите внимание, полицейский еще не начал дело, а он уже вбивает данные в планшет. Он уже заполняет электронное постановление в планшете. И если вы прислушаетесь, он спрашивает у полицейского напарника своего, Лапшина, тоже второй чистейший мусор, какой именно подпадает под нарушение, он там говорит 8.4, то есть он уже вбивает в электронном виде постановление, и дальнейшее рассмотрение дела это чисто формальность, не более. Стоянка, ребята, ну блин, вот это будет номер, я дома забыл, я забыл тачки, забыл, там, сейчас, права взял. Кто властник автомобиля? Дядя. Як прізвище? А ти в паспорт, власне. На дядю. Як фамілія дяді? Моя. А, все, взяв. Так, ну товарищ остановился, смотрю, как бы это. Все, посмотрите, только остался один раз, подъезжаете и все. Свидетельство про регистрацию. Это что? Техпаспорт. Вот. Вот это перевод. Глянешь? Вот. Это сейчас Советский Союз. Тут
со всем плащиной остаюсь. Александр Васильевич. И это, блин, и... Это ж Ишки, а? Так, модель. Модель. Иш 20. М. М. Просто. 21-41. 21-40. 40? 40. Стоишь, на водичке, чтобы не сбилось. Или... Пане водій, зараз у вас є до дьогася замерзла. Пане водій, зараз в цьому місці я інспектор роти номер 4 ветеринарної поліції Дугар буду розглядати справу про адміністративне правопорушення за порушення пункту правил 8.3.г правил дорожнього руху по відношенню до вас. Одразу знайомлю з вашими правами. Ви маєте право знайомитися з матеріалами справи, подавати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката або іншого спеціаліста в галузі права. Не несете відповідальності за відказ віддачі показань по відношенню до себе або своїх рідних, коло яких визначено законом. Також ви маєте право виступати рідною мовою та право на послуги перекладача. Дивіться, у нас велась відеофіксація. Ваші пояснення також були зафіксовані на старе, то газ, то это, блин, на персональну бодікамеру. Чи пояснення також були зафіксовані на старе, то газ, то это, блин, на персональну бодікамеру. Будьте користуватися з ваших прав. Я буду вас обхвалювати равно. Я знакомий з ребята, просто ну, на даний момент ви будете чимось користуватись з ваших прав? Зараз не будемо робити. Не будете користуватись? Смотрите, пане водій. Ключні і клейки, все. Пипець. Газ, машина старенька. Ключі на аварійку. Ну, я не знаю. Ну, по-человечески. Ви на даний момент будете чимось користуватись з ваших прав? Не буду, я буду отвалюватися. Я зрозумів. Діло. Спочатку ви сказали, що у вас з редуктором проблеми, потім сказали, що у вас з ручником проблеми. А по факту виявилося, що ви зупинились просто підібрати вашого пасажира. Тому я вважаю, що справа завершена, у вас буде винесено постанову за частину 5 статті 122, сума штрафу 1020 гривень. Якщо ви не згідні з моїм рішенням, ви можете оскаржити його протягом 10 діб, установлений законом термін в батальйоні патрульної поліції в місті Краматорськ на совхозній 20 або в судовому порядку. На сплату у вас є 15 діб, або сума штрафу буде подвоєна. Зрозуміло порядок оплати та оскарження? Ви будете отримувати копію постанови? Я все буду, буду все оскарювати. Будете отримувати? Ну, зачекайте пару хвилин, я вам зараз підійду з копією постанови. Постанови 13.02 в місті Краматорськ, вулиця Залізнична, 53А, водій керуючий ТЗ, здійснив зупинку, на місці, що позначено дорожнім знаком 5.39, з доданою табличкою 7.7, інвалід, на якому дозволено зупинку лише ТЗ, якими керують водії з інвалідністю. При цьому немає при собі документів, що підтверджують інвалідність водія. Чи порушив пункт правил 8.4.г правил дорожнього руху? Стаття 5, стаття 122, частина 5, сума штрафу 1020 гривень. Нічого собі, блин. Така це, документи мені дали. Я у вас не брав документи, я переписував з ваших рук. Техпаспорт. Я з ваших рук переписував. Так, ще. Тримайте. Де? Перша галочка – це за те, що я роз'яснив ваші права. Друга галочка – це затримання копії. І позаду за строком оплати та оскарження. Де? Так. Це ваша копія. Ага. Тримайте і перепаркуйте. Ні, це ваша копія. Я не можу завестись, блядь. От що. Вона була заведена. Дергалась, їхав, ручник все сорвав. Замерзла, сработала, кстати, осина стояла у нас на стоянке на КМС, блин. И еду сейчас вот так, я не знаю, шо, блин. Она только что была заведена. А на что вы ее заглушили? Специально, эти скинули клемму? Да какая клемма?
У вас же він і був заведений. На все добре. Всем привет. Ну, как вам? Посмотрели видео, да? Запись с бодикам полицейского. Обратили внимание на рассмотрение дела? На дослідження доказів? Полицейский досліджував, оцінював докази. Обратили внимание на наличие самих доказательств? То, что человеку вменили стоянку, точнее остановку в зоне действия знаков 5.39 и 5.40. Обратили внимание, да, доказательств, что именно этот человек поставил? А? Классно? То-то же. Это уровень. Это наш знаменитый экипаж мусорской. Это не полицейские, это чисто мусора, которые работают на план, на количество постановлений. И им не важно, виноват, не виноват, что у тебя случилось. Хочу сказать, что этот человек обратился ко мне. Я ему написал иск. Сейчас попробуем отменить это все через управу. Хочу пояснить, что согласно ПДД, зона действия этих знаков, а именно знак 5.39, 5.40, с табличкой для людей с ограниченными возможностями, места для инвалидов. Да? Так вот, эти знаки регламентируют именно стоянку, а не зупинку. Тем паче вымышленно за зупинку есть определение, и что такое стоянка, и что есть в определении в ПДД, что такое стоянка, что такое вымышленно зупинка, что такое зупинка. Так вот, обратите внимание, полицейский во время рассмотрения дела установил сам факт того, что это зупинка, либо это стоянка, как он это зафиксировал, временной этот промежуток, и пояснение водителя отбирал он. Вы обратите внимание, он подошел, первое, что он сделал, это представился, второе, это он уже обвинил водителя в нарушении, то есть фактически признав водителя уже нарушителем, и начал его опрашивать. То есть опрос — это есть один из превентивных способов действия полицейского относительно человека. 33-я статья закона нацполиции регламентирует то, что полицейский обязан назвать причину опроса. Согласно 31.2 закона нацполиции, полицейский обязан ознакомиться с всеми НПА во время опроса человека. То есть объяснить суть и цель этого опроса. А полицейский так сделал. Он подошел, отрекомендовался, вытянул якобы ему нужную информацию для составления постановления. Потом сказал, что рассматривая дело, вы с самого начала велась с вами видеофиксация, все, что вы наговорили, записано, и это будет в качестве доказательств. Уровень, да? Вот это вот, это Игорек Брызовик, это чистейший мусор, других у меня слов нет. Будем пробовать отменить постановление ВПП. Вкратце я так пояснил, да, чтобы вы все понимали. Скаргу ВПП я человеку уже набрал. Сегодня должен отвезти ВПП. Не получится отменить ВПП. Человек настроен принципиально. Пойдет в суд. Если кому интересно, может там, если УПП отменит, я публикую в дальнейшем видео ответ от УПП, что отменено, не отменено. А если не отменит УПП, а человек пойдет в суд, ну тогда уже там обычно суды у нас затягиваются на пару месяцев, не меньше. Тогда уже как-нибудь залью маленький видосик по поводу этой ситуации. Ну, в общем, как-то так. Этот данный экипаж подтвердил свое истинное лицо, то, что этот экипаж шлепает постановы. Это мусорской экипаж, шлепает постановы, им без разницы вообще на происходящее. Виноват и не виноват, они все равно вынесут постановление. Ну вот как-то так. Этот экипаж уже светился у меня на канале не раз. Ссылки в описании, ссылки на видео, где данный полицейский дугарь выносил постановление за отсутствующий один брызговик на «Жигулях». И тоже это был бюджетный автомобиль, скажем так, да. Там мужичку, прости, вынесли постановление.
два видео, там, где они повыносили постановление за знаки, которые не соответствуют ДСТУ. И, ну, как бы их ничего не останавливает. Ну, чистейший мусорской экипаж. Так, для особо упоротых, повторюсь, человек ничего не нарушил. Зона действия этих знаков регламентирует именно стоянку, а не остановку. В данном случае это была вынуждена остановка. Есть определение в ПДД. У человека обмерз редуктор, он там с проезжей части оттолкал, чтобы не мешать другим участникам дорожного движения автомобиль. Ну так получилось, что дотолкал в зону действия этих знаков. Ну как бы вот так, да. Еще и походу у него, потому как у нас давили морозы на то время, там 15 градусов, 18 мороза, схватили еще и задние колодки ручника. Прихватило еще ручник. Ну вот как-то так. Поэтому, ну, решайте сами. Мое мнение я высказал. Вот теперь до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Пальцы вверх. И давайте, наверное, делать более знаменитым данный экипаж полиции. Потому как очень много вопросов к данным двум полицейским. Очень много. Последний мой прямой эфир был, кстати, это тоже по поводу этих полицейских. Я в описании оставлю все ссылки на видео с данными полицейскими. Зайдите, посмотрите, убедитесь в моих словах, а именно то, что это не полицейские, а мусора, которым все равно. Главное — постановление. До новых встреч!